В нынешних непростых экономических условиях особое внимание уделяется тем, кто обеспечивает продовольственную безопасность. В этой связи в Тверской области усиливается поддержка местных сельхозтоваропроизводителей, в том числе занимающихся молочным скотоводством. По мнению главы региона, для роста производства и качества продукции необходимо организовать своевременное доведение государственной поддержки до предприятий. Увеличена ставка субсидий на возмещение части затрат хозяйствам, занимающимся скотоводством. Поддержкой смогут воспользоваться 15 хозяйств региона. Кроме этого, увеличена базовая ставка субсидий на стимулирование продуктивности в молочном скотоводстве на одну корову. Потенциальные получатели поддержки – 18 хозяйств, расположенных в Конаковском, Калининском, Торжокском, Бежецком, Вологодском, Бельском, Санковском, Старицком районах, а также в Нелидовском, Весьегонском, Ромешковском, Оленинском и Вышневолоцком округах.